Друзья, всем привет! Уже довольно давно в трейлере своего канала я обещал рассказать, почему Макс Пологнюк Паланик. Вот, наконец-то добрались до этого руки, думаю, время пришло. Уверен, многие из вас либо смотрели, либо слышали что-нибудь про фильм и роман «Бойцовский клуб». Так вот, его написал Чак Паланик. Причем тут он, но при том, что если вы взглянете на то, как пишется его фамилия на английском языке, то вы поймете, что как минимум мы имеем дело с совпадением, потому что написание фамилии это Палахниук, то есть фактически Пологнюк. Но я думаю, что это не совпадение. Существует две версии происхождения его фамилии. Первая, вот, о которой говорят, это то, что бабушка и дедушка Паланика решили придумать себе новую фамилию из своих имен Паула и Ник. И типа... Или Пол, или Пола-Ник. И получается Пола-Ник. И писаться должно якобы Поланик. Честно говоря, я не знаю, какая-то странная версия, потому что, во-первых, почему-то фамилия пишется через «а», а во-вторых, написание должно быть другим, там «Пауль» пишется, да, и если «Пола» и «Ник», то тогда там какие-то другие буквы еще должны быть, то есть, как не знаю, откуда взялись эти буквы, в общем, какой-то странный вариант. Вот, почему еще это, скорее всего, не совпадение просто, а именно одна и та же фамилия, потому что, с Пологнюком я имею в виду, потому что дед, собственно говоря, Паланика был родом с Украины. И сейчас вроде как даже у него брат проживает на Украине. Вот. А на Украине фамилия Пологнюк очень распространена. Особенно в районе Запада, в районе города Черновцы. Там уже недалеко до границы с Румынией. В общем-то и до Польши рукой подать. И я думаю, что на самом деле Пологнюк и Паланик это действительно одна и та же фамилия, и, возможно, мы с Чаком какие-нибудь супер-мега-дальние родственники, впрочем, как и с половиной Украины, проживающей под этой фамилией. Как бы то ни было, мне просто понравилось, как звучит Паланик, потому что это произносить чуть легче, да, чем Пологнюк. И мою фамилию Пологнюк часто коверкают, поэтому с недавних пор я решил, что сценический какой-то псевдоним мой будет Макс Паланик. По-моему, звучит неплохо. Если вам нравится, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Скоро буду вас удивлять своими очередными работами, то бишь стихами, клипами, песнями, фильмами и участием в других проектах. Всем желаю удачи и хорошего настроения!